В следующем учебном году в гимназии номер один будет открыт профильный класс бизнеса туризма. Для образовательного учреждения и города в целом это новое направление. Как попасть в этот класс, чему там будут учить и какие еще профильные направления предлагают для десятиклассников в гимназии в нашем следующем материале. Анна Скорик учится в 9 классе гимназии номер один. Переходя в 10, ей предстоит определиться с профильным направлением, по которому она хотела бы продолжить обучение. Свой выбор она уже сделала. Туристический бизнес. Вот что ей интересно. Во-первых, добыча нефти. Я считаю, что немногие москвичи даже или из других городов знают вообще, как это все происходит. То есть мы можем людям объяснять, проводить какие-то экскурсии. Во-вторых, у нас уникальная природа на самом деле. Я считаю, ну и наверняка многие ходили в лес и любовались этой природой. Вот. Во-вторых, у нас очень самобытная культура, то есть народы севера. Это тоже очень интересно, я считаю. И Ямал, безусловно, он имеет перспективы для развития туристического бизнеса. Бизнес и туризм – новое направление социально-экономического профиля, которое в гимназии хотят ввести со следующего года. Эта специализация интересует школьников. Такой вывод сделали педагоги по результатам опроса. И к тому же востребована на рынке труда. Это уже мнение тех, кто работает в туристическом бизнесе. Там будет углубленно изучаться на профильном уровне английский язык и обществознание. Но помимо этого мы предлагаем целый спектр профильных предметов, таких как, например, специальных профильных предметов. Это введение в туристический бизнес и технология гостиничного бизнеса. Помимо нового направления, в гимназии планируют продолжить набор в экономический, социально-правовой и газпром-классы. Петр Коротовских уже решил, в будущем у него будет свой бизнес. А значит, акцент нужно сделать на экономике. Будет небольшая сеть магазинов, поменьше, и один какой-то основной ресторан. Экономическое направление поможет мне узнать основное о маркетинге и распределении финансов. Учиться в профильных классах не только полезно, ведь парни и девушки уже с 10 класса определяются с выбором будущей профессии и более основательно подходят к поступлению в вузы. Но и просто интересно. У многих людей как бы сужено понятие об экономике, но на самом деле экономическое образование дает большой список профессий. Вот, например, мой отец одно время занимался логистикой. Я как бы с уверенностью могу сказать, что это очень интересная, трудная, ответственная профессия. Сильна Татьяна Федоровна, Захарова Маргарита Петровна, они действительно выдающиеся преподаватели, они могут дать такую информацию, которую нигде не получишь. Вот. То есть углубленное общество у нас будет, экономика, и дополнительные часы еще английский у нас Пышный Евгений Анатольевич, лучший преподаватель России. В гимназии активно сотрудничают с социальными партнерами. Работники городских предприятий читают ребятам лекции. Кроме этого, учащиеся ездят на учебные сессии. Они уже побывали в Белорецке и Екатеринбурге. Это была выездная профильная школа, где уже учащиеся в университете экономическом проходили уже стажерскую такую площадку, хорошую, как будущих абитуриентов. То есть они ходили на занятия, лекции. 4 часа у них были лекции, потом у них была культурная программа, развлекательная программа. В профильные классы гимназии планируют набрать по 27 человек в каждой. Здесь будут рады учащимся и из других школ. Условия приема – успешная сдача экзаменов по обязательным предметам и по одному из профильных. Документы в гимназии будут принимать сразу после ГИА и по 25 июня включительно. Более подробную информацию можно получить по телефону 35 22 09. Ольга Попова, Виталий Харченко. Новости нашего города.